Голоса слышны или баяны? Финальный прогон перед началом концерта. Все немного волнуются. Это долгожданное мероприятие для участников и друзей коллектива. Для зрителей подготовлено немало сюрпризов. Со сцены прозвучат народные, казачьи и эстрадные песни. Есть песни, которые больше подходят до определенных мероприятий. Но мы выбираем песни, которые нам близки к духу, поэтому они все любимые. Ждут и волнуются сегодня и зрители, среди которых немало ценителей творчества ансамбля народной песни. Сольного концерта «Златицы» ждали давно. Слышала, знакома. Поименно, может быть, не всех знаю, но я регулярно хожу на концерты сюда, в ДК «Молодость», и вообще везде, где только успеваю. Мне это нравится, такое времяпровождение. Считаю, что коллектив яркий, интересный, не только костюмами, но и репертуаром. Татьяна Ткачева в коллективе с момента его основания. За это время, говорит, стали семьей. Здесь можно отдохнуть после трудного рабочего дня. Хотя и приходится много работать над репертуаром и качеством исполнения. Мы даже, может быть, немножечко этим больны. Потому что после работы, да, все бегут домой, к чашкам, к ложкам, а мы вот бежим сюда. Мы общаемся, мы поем, узнаем что-то новое. И мы знаем все друг от друга. Мы радуемся все вместе, мы переживаем все вместе. Новый творческий сезон ансамбль начинает с большого сольного концерта. Так решили отметить 6-й день рождения. Впереди же много творческих задумок – обновить репертуар и поучаствовать в различных фестивалях и конкурсах.